что, ребятки, вот мы и заехали в Норвегию, Северный полюс. Скандинавия. Ну, Rolex, привет. Капец, мы сейчас на высоте около километра, походу. Под Швейцарией так получилось. О, стой, горнолыжный, да. Походу, где-то прыжки. Так, начинается спуск. Что, дядька, скажи нам, можно туда ехать? Да, так. Если еду, значит еду. Кашо, в горке стало пару фур. Да, еле заехал. Мы остановились, подумали, посыковали. И Андрей решился, что все-таки нужно ехать. Посмотрели, что серпантинов больше нету. Мы легкие. Ну лучше сейчас найдем паркинг, где-то станем, чем вон на дороге. Вон прыжки с трамплина, вот там. Да? Вон чуть-чуть подсветка. Блин. Есть. Интересно, далековато. Как называется трамплин, я все знаю. Класс. Вот паркинг. Деревья. Вообще мы в сказку попали. А Денчик, а, да, ты гонщик. Я говорю, а как в Скандинавии, если вот работать? И так это нормальная там вещь, 8 месяцев. Ну подожди, я только четвертый день еду. Для меня и так мы постоянно ливень, ночь. Тут еще и снег, и горы. Ну вот так зато и проходит обучение. Я доволен тогда. А то летом бы прошел так неделю. Так доволен, что я больше никуда не еду, садись ты. Капец. Красиво, конечно. Да, серпантин серьезный. И там стало 3-4 машины. Думали, ну все уже, тогда все стали. А мы можем ехать. Ну мы легкие вообще. Есть резина новая. Я думаю, блин, надо ехать. Вроде другие проезжают, уезжают. Те, видно, груженные. Наверное, да. Поэтому. Да 100%. Они еще в тандемах. На той стороне сколько? А вот парк. Опа. Что, становимся или еще поедем? Ты помедленнее. Давай что проедем. Делаем? У меня сколько времени? 44 минуты. Давай еще проедем. Хотя я бы завтра с удовольствием проснулся в горах. А если здесь засыпет, то жопа нам. Жопа будет. Тогда едем. Ну ты не разгоняйся, не прямо разгоняюсь, по повороту. Не разгоняюсь, не бойся. Сейчас должно быть улучшаться. Дай бог. Ну вот. Для меня это... Я бы тут даже на легковой как бы не чувствовал бы себя в полном спокойствии. Ну, конечно, так кого? Легковушки едут сзади и даже отстают. Вон сколько фур. Они все тут стали. Ну, это давно. Вот снег, видишь, закончился уже. Да, шел и снег только что. Слава богу, остановился. Нормально тормозит. Чувствуешь машину? Да, потихонечку спускаемся. Так, а навигатор смотрим. Ну, по-любому нам по главной тут без вариантов. Но я стрел нету серпантина. Значит, вот так будем потихоньку. Серпантин это когда резкие спуски, подъем. Вокруг горы какой-то. Сон с правым поворотником ездит. Да, вот тут на лыжах покататься. Супер красиво. Надеюсь, вам тоже что-то видно, пацаны. Видно, видно. Эта камера нормально снимает. Ты еще включил этот верхний свет, он должен нормально светить. Ой, елочки такие классные. Рядом еще какая-то дорога для лыжников, походу. Да. Надо было заснять, как там стояли машины. Но мы тоже чуть-чуть побуксовали, когда на месте стало, она что-то в этой каше не особо бодро ехала. Ну да, чуть-чуть. Пока дали назад, раскачали. 43 километра до поворота. Пускай хоть что-то скажут, что мы опоздали. Мы еще герои, блин. Могли там уже стать и все. Ждите. Посмотрят маршрут. Они сохраняются маршрутом?
Он может завтра его посмотреть, как мы приехали. А, ну все. Чао, бомбино. То есть, посмотри, а другого нету маршрута. Шо? Да. Ну, даже конечно. Если мы ландовками, все равно сюда бы заехали. Ну да. Офигеть. Офигеть. Это что у нас такое? Кому нужен этот офис тут в центре? Не, наверное, отель какой-то курортный. Непонятно. Еще строится рядом, тут будет. New Stad West. Надо будет изучить эту местность. О, мостик. Шик. Раскочили. Ну все, что тут... Что уборочных нету, блин? Во Франции бы уже давно здесь посыпали бы брюшно. Вообще все правильно, как бы они ездят, когда заканчивается снег. Ну вот, закончился. Где закончил? Вот опять это же. Базы. Жесть. Вот это да. Зимушка так зимушка. Красота, да, днем здесь, наверное, красота. Да, вообще. Ты что, такие утесы, такие скалы, мы ночью еле-еле там разглядывали. Это что, мост, походу? Наверное, такой обрыв сейчас будет. Вот бы сюда днем попасть. Ты... Да, наверное, высокий. Ничего не видно, что под нами. Думаю, что волшебно. Небось, еще и река какая-то ледяная течет. Спускаться, ё-моё. Тут что, типа гора? Полупрямая, полугора. Какое в гору? Смотри, какой снег. Я в шоке. Красота. Так, сколько у нас времени? Еще 29 минут. Едем пока. Блин, да что ж такое? Все, паркинг. Вау. Что-то тут уже буксы были у кого-то. Так что ты там? О, дальнобойщики едут, да? Ну, полу. Полу. Не совсем дальнобойщик. Так, ну нету знака супер уклон. Кто как едет. Тут знак что? Обгон запрещен, да? Он летит, смотри, как он летит. Так он разогнался снизу. Вольво. Вообще бесстрашный, охренеть. О, паркинг. Шо? Не знаю. Блин, опять я туплю. Да полчаса что тут делать? Что тут делать? Лечь спать и успокоиться, сердечко свое успокоить. Да, я уверен в тебе. Спасибо. Я так уже успокоился. Так, это что за знак? Спуск? Нет, олень. Олень нам пока не страшен. Ну все, на следующем точно тормозим. По-любому. Вот как раз чуть спустимся. Да, вот впереди деревня вроде какая-то. Да. А утром, пацаны, начинали 8 градусов было, почти 9. Тепла, да? Да, я в батнике вышел, без куртки, без шапки. Лепота. Ну что, сейчас спустимся и опять будет 2-3 градуса, дождик. Так, это что слева там светится?
знаю, какая-то утка. Может, с песком это? Или тут так не делают? Ну, едут оттуда. И так, город... 200 метров паркинг, вот написано. Блин. Ну, не паркинг, а такой заезд, походу. Вот это, наверное. А это что, гонишь? Это... Что? Здесь стоять понт. Нету понта. Так, а это что за знак? Тоже ж обгонять нельзя. Обгон запрещен. Все, вон знаки, уже город какой-то. Сейчас пойдет. Нормальный движ. Прикинь, меня бы оставили одного в Париже, езжай. Точно. Хэт, я бы приколол. А что приколол? Что ты бы делал? Так все, блин. Да я бы остановился, наверное, там, где тебя на аварийке. А, ну и пошел бы на разведку. Пешочком. Я бы звонил Денису. Да, что мне делать? Денис, да? Тут жопа. Вот, типа, начинается трасса, видишь? Автобан. Да, пол. Да. Главная дорога, все. Обгон разрешен. Вон, чувак. Буксует, походу, да? На аварийке. Да. Главное, чтобы его прицеп не стоял на нашей полосе. Вроде нет, хотя ничего не видно. Дашеры здесь ездят, бедные, эти продукты развозят. Дашеры. Что там стояли, что вот здесь стоят дашеры. Еле-еле. Да у него, по-моему, летняя резина. Ну, да, это тоже. Завтра будут все менять. Пришло время. Вообще, время пришло давно. Уже давно. А что, не контролируют так жестко? Да на фурах нету такого, зимняя, летняя. Есть хорошая, плохая. Как, типа есть, сейчас, не знаю, вырежешь это. Тут да. Сделаем редакшн. Еще такая, градусы 0, минус 0,5. Самое противное. Хотя бы. Хорошо, что каша. Да. Еще бы минус 3 был бы. Каток. Опасно. Реально что-то не машину почистить. Чё, что за... Немцы. Этот бедный сейчас грёбся. Разгоняется, да, думает, сейчас я знаю эту дорогу. Ну что, вроде самые опасные моменты прошли. Тут уже какие-то вроде как прямые такие. Или это чисто понт? Обманчивая. Ну, блин, нету этих. Серпантина нету, кажу уже. Все, ребятки, пожелайте нам удачи. Скажите спасибо. Завтра утром включимся, покажем, что мы где стали. Да, давай, удачи. Да чуть-чуть. А вдруг? Но это круто. Вот там внизу, пацаны. Это жесть. Лес двух сторон. Тут столько елки. Потом свет берет. Капец, что за пиц. А какая-то там заправочка отельная. Да. Парковка. А, это туннель. О, туннель. Сейчас за туннелем все сухо. Ну да. Обычно так, выезжаешь и за горой другое настроение сразу. Да. Наш случай, да? По крайней мере, там сухая дорога сейчас. Так, будет. А что, два туннеля, второй, ну, для один кого? Один сюда, другой обратно. А, вот это мы заезжаем вправо. Да, такой еще поворот резкий. Кто это придумал? Офигеть. Могли здесь напрямую мостик сделать. К хаду. О, ну тут зато картинка красивая. Видно, да, пацаны, посветлело.
50 метров туннель. Оп-оп-оп-оп-оп. Уже и сон прошел, и все. Сколько? 2 часа ночи где-то. Тоже разогнался. Я бы его сейчас обогнал. Нельзя обгонять в туннель. Так, там перед туннелем был знак. Был? Да. Хотя зачем делать две полосы? Так? А, ну грузовикам нельзя обгонять. Вон и грузовик меня обгоняет. Я его тоже обгоняю. Это тормозящий. Рвио. Не заканчивается еще. Опа, на аварийке стоит в туннеле. Вот дебил. Как так? Это капец. Вот так делать нельзя, Бас. А шо с ним? Решил отморозиться. Жесть. Прогреться надо. Погреться в туннеле. Это именно самое главное нарушение. Но он, наверное, сломалось. Дай бог. И что? Солнышко где? Зелень мы. Нет. Не зелень. Снова снег. Продолжение следует. А тот куда решил повернуть? Что с ним вообще? Ему на съезд. Все вообще чуть ли не затянул ручник, в дрифте зашел. Красавчик. Да, он точно местный. Ну это да. С дрифтом поворот. Красава. Так, что нам показывает? Ближайший паркинг. Тан-тан-тан-тан. 13 километров, 14 минут. О. Сколько есть? Да. Обгон запрещен, сужение сейчас будет. О, как повторяют за мной знаки. Сейчас еще озера будут какие-то по левой стороне. Ага. Вот зона индустриаль в каком-то селе. Ага, но мы ее проедем по мосту, по ходу какому-то. Да видел ты эти зоны индустриальные? Да, это чисто. Ферма какая-то. Ферма одна и завод мебели там. Даже не завод, а такая фабричка на 10 человек. Ух. Что, спуск? Знака нету, шасси. Готовьтесь, дальнобойщики. Идите на работу весной. Да, да. Привыкать потихоньку. Что, скользко? По-любому. Показалось, что чуть-чуть. 0 градусов. Там, где было минус 0,5, вроде было чаще. Вроде чуть спускаемся. Может, выйдем на простор. Ну да, сейчас опять какой-то городок будет, может. Повтори все, что ты сказал. Повтори, что люди работают, смотри, загрузки, разгрузки. Все идет. Часики тикают, как часики, да? Блин, сколько рамп. Что они тут производят? Не производят, это просто склады. Одни привезли, собрали, другому кинули. А зачем это в таких местах? Половина, ну блин, здесь значит что-то тоже. Дешевая земля. Нет. Гора. Тоже с фабрики какие-то неподалеку. У них по всей раскиданы, по всей Германии. Где надо собрать товар быстрее. 7,4 километра. Там. Да, уже потихоньку цивилизация начинается. Да. Есть одно место вон спереди в этих. Даже фанер.
стань здесь, я пробегу быстренько вперед. Но мне кажется, нету планта бежать. Но я пробегу. Да? Даже заехать, наверное, невозможно. Вот здесь стать. Так тут и стань пока. Ну пока, а вообще на ночь. Чего нет?